Друзья, всем привет! Всем привет! Мы тут, короче, с Катей сидим сегодня, как видите, может быть немножко шумно, потому что мы сегодня в Бургер Кинге, короче, с ней засели. Вот, надеюсь, все-таки будет слышно. Я тут чуть-чуть поближе к камере, да, но Катя тоже будет стараться как-то говорить, чтобы было слышно. Я погромче постараюсь. Да, так все шумят, короче, думаю, что мы будем особо кого-то отвлекать. В общем, сегодня сначала мы с Катей обсудим некоторые ароматы, которые мне вот пришли, смотрите, 5 целых от Левантов. Я по-быстренькому расскажу. Барахолка, да, парфюмерная, о которой я уже не раз рассказывала. Именно организатор Марина устроила такое мероприятие под хэштегом «Осенью тоже прикольно». В общем, это для людей, которые осенью скучают, страдают осенней хандрой. В общем, нас разбили рандомно на пары, и мы обменивались подарками, посылками и ароматами. В общем, человек должен был угадать предпочтения, но мы, естественно, общались параллельно со своим партнером и рассказывали о своих предпочтениях. Он должен был нам выслать ароматы, 5 ароматов, было условие прислать 5 от Левантов в соответствии с предпочтениями человека и плюс какой-то подарочек. В общем, мне попалась Алина, я отмечу ее здесь обязательно под видео. Мы уже с ней знакомы, так совпало, что мы попали, в общем, в одну пару. И, в общем, вчера мне пришла от нее посылочка, хочу ей сразу сказать большое спасибо. Естественно, я ее всю посылку не тащила с собой в Бургер Кинг, я уже шоколадки вчера съела. Короче, мы с Катей сегодня, я говорила о том, что спасибо огромное за подарок. Алина прислала мне просто шикарную посылку, там куча было всего. Я обязательно в конце фоточку вставлю всего подарка, чтобы еще раз ее поблагодарить. А мы сейчас начнем с ароматов. Я буду наносить своему себе и Кате, и мы будем свое мнение о них высказывать. Да. Вот. Так, я типа листик бумаги такой, а-ля блоссеры порву сейчас. Так. Ну, в общем, я хочу сказать, что ароматы, которые пришли мне, из них один только знаком. Остальные все я не знаю. Мне либо... тоже один. Да, вот. Значит, первый аромат, самый, наверное, один из самых знакомых здесь, это Сергутан Баптен Бифил, по-моему, это крещение огнем. Я его не знаю. Да, вот я его тоже не помню. Здесь такая жидкость темно-красная прямо. Вот, сейчас мы его нанесем. Так, впереди. Mm-hmm. Чем пахнет? Блин, вообще какой жестящий. Какими-то, мне каким-то горелым деревом пахнет. Деревяшками пахнет, но очень как-то прям ядрено. Это даже не удово, а как-то... Какое-то такое горелое... С терпом, да. Да-да-да, как будто сгоревшее такое какое-то подгорелое дерево. Слушай, но мне почему-то кажется, что он под конец что-то такое мыльное в нем есть. Как будто бы он чуть-чуть камылился. Да, да. Порошковый такой чуть-чуть запах. Есть. Но цветочный очень... порошок. Да-да-да-да-да, вот цветочный порошок. Прям, да, вот это все смешивается, костер с цветочным порошком. Слушай, название «Крещение огнем», да? Да. Но реально пахнет прям обуглившимися такими деревяшками. Да-да-да. Ну, и на фоне что-то парфюмированное прям есть. Парфюмированное вот мыло. Парфюмированная душка прям такая. Странный аромат, я его не помню, я его даже не знаю, возможно, наверное, я с ним даже не знакома. Угу. Ну, тебе вообще как, нравится, нет? Мне с Блотро нравится, интересно. Но носить на себе непонятно. Могла бы носить, это уже другой вопрос. Да, аромат, конечно, странный. Ну, пусть полежит, может давай, быть, да, его положим. Потом раскроется еще. Да, у нас тут второй, следующий, какой-то вообще незнакомый, мне даже ни марка, ни название. Сезар. Пасьотти, я не знаю, даже правильно сказать, Пасьотти Пухё. Я, в общем, наверное, вставлю фотку флакона, потому что я не знаю, короче, что за аромат. Так, держи. Вот это что-то уже такое. Что-то сладенькое, как осиком пахнет. Это уже ближе к нашей теме. Да-да-да. Гурманского. Гурманика, но такой он тихий. Тихий очень. Такой кожный, интимный какой-то. Ну, наверное, потом. Какая-то сладенькая, еле такая заметная гурманика. Но мне кажется, что аромат какой-то, наверное, из недорогой категории, да? Да, мне тоже так кажется. Близко к коже очень. Да, такой да. Уходовый кокосовый кремчик какой-то. Во-во-во, уходовый кокосовый и очень близко сидящий, не яркий. Он вкусненький, да. Но мне кажется, какой-то вот он недорогой. Ну, Amour Sunshine.
Я хочу обновить свои впечатления о нем, потому что он у меня в хотелках стоит очень давно. Но, знаете, так бывает, ты хочешь-хочешь, да, вдруг, потом уже и не надо. Да, вдруг он мне уже и не надо. Так. Так. Ну, блин. Ну, нет. Мне все-таки надо. Он классный. Я тоже его люблю. Прям вот амброво-уходово, не уходово-кремовое, а как крем от загара. Да, вот такой вот тут и миндаль, и сухофрукты, и все чувствуется. Ой, ну, миндаль, сухофрукты здесь, и что-то такое амбровое, и кокосовый, аборт, в общем. Но он очень узнаваемый прям. Да, это прям вот сразу, саншайн. Хотела, знаете, называется саншайн, казалось бы, что-то такое летнее, но я его не знаю, летом его носить, наверное, прям... Вот как раз он и сейчас, мне да, кажется, он сойдет. На промозглостную такую. Поднимающее настроение, мне еще абрикосками пахнет. Да, абрикосы тоже. Джем там какой-то. Там такая пирамидища вообще там. Я вот классный. В последнее время отошла от омажения, как Катя говорила о том, что для меня как-то они многие как будто бы морально устарели, как будто бы я от них подустала. Ну вот саншайн, конечно, саншайн один, наверное, я бы себе хотела, вот это, но я отношу от Ливана и подумаю. Да. Следующий у нас здесь Виктор Рольф, Dirty Trick. Я вообще не знаю у Виктора Рольфа такого аромата. У них вроде была вот эта серия а-ля Нишева, но я не помню там ароматы с таким названием. Другой. Ага. Да, да. Ух ты. Такой этот. Что напоминает? Что напоминает? Что напоминает? Что-то интересное. Ну тут роза с чем-то прям. С чем роза прям. Блин, даже не знаю. С чем-то горьковатым таким. Горьковато, приятным. Травянистое, что-то травянистое. Такое. Интересно пирамиду посмотреть вообще, что там, да? Да, очень. Тут вообще непонятно. И кисловатый, и горьковатый какой-то аккорд. И зелененький есть. Ну и розу я почему-то ощущаю. Ну есть там цветочный какой-то акцент. Цветочный такой есть. Прям, ну, да. Мне еще, знаете, что пахнет? Вот об остатке в носу. Остается запах какой-то камфорности. Как будто какого-то камфорного спирта. Вот которым растирали раньше. Ну, в общем, это какой-то травяной, цветочно-зеленый. Прям кисловатый, но необычный. А, может быть, это еще опавшие листья. Во-во-во, есть что-то такое, это немножко затхлое, да? Да, опавшие листья какие-то, вот осенние. Угу. Да, есть что-то такое, вот немножко как будто бы, да, вот такие вот затхло-осенние запахи. Да, да. Не в плохом смысле вот затхлое, а какой-то влажно-осенний. Влажно-осенний запах. Листья упали, их намочило, угу. Еще они подсохли, ну, в общем, как-то. Ну, интересно. Грязный трюк, dirty trick. Да, грязный трюк, да? Да, поэтому что-то интересное. Мы вот тут крещение огнем, еще раз перенюхали с Катей, пришли к выводу, что он очень сильно в мужскую какую-то сторону ушел. Да, для нас что-то... Вот прям мужским каким-то уходом средством. Ну, она дорогой сразу. И его сразу понятно, вот да. Нюхаешь, и сразу понятно, что Ниша, да. Дешевый аромат. И последний у нас остался артизан парфюмер Rose Privé. Вот розы, у меня в последнее время прям прет на розы. Катя, он тоже, кстати. Да, я прям вот розы. Прям интересно, что за роза. Розы мы любим. О. Ну, вот здесь красивая роза. Со специями. Ой, вот такой прям мне надо тоже. Надо. Надо. Артизан тоже. Слушай, ну вот чем он? Ну, роза с... Не все огурцами пахнут по-другому. Я в последнее время очень сильно на розы, видимо, падкаю. Да. У меня прям розы пахнет и с какими-то еще... Ну, роза прям такая свежесрезанная. Да. Прямо как в магазинах продают такие вот свежесрезанные да, цветы. Да, да. Ну, тут она в обрамлении чего-то такого более тяжелого. Специи вроде. Специи, да, вот есть. Но, мне кажется, он чуть-чуть, если разойдется, то пока непонятно, да. Какая роза. Вот она маслянистая или густая, куда или помадная. Идет, да. Непонятно. Пока просто зеленая такая свежесрезанная роза. Очень красиво. Мне нравится.
но аромат красивый. Ну, короче, я вот хочу от себя сначала взять вывод. Amouage Sunshine 100% попадания буду носить. Вот этот Cesar мне очень тоже понравился. Victor Rolf очень интересный аромат. Вот с лютанцем неоднозначно на самом деле, да, муж, ну, мне кажется, он прям мужнятину хватит. И вот этот вот розный, нужно посмотреть, чем он будет дальше развиваться. Да. А ну, так, в целом, интересно, да? Да, очень интересно. Опыт вообще интересный. Мне вот Sunshine, это уж в первую очередь, розный очень понравился. Mm-hmm. Я поносила. Victor Rolf странновато, и лютанс тоже странновато. А вот этот Cesar, вот, ну, он просто очень такой. Слушай, ну вот сейчас вот этот Victor Rolf, он такой сладостью, вот он у меня раскрылся. Да. Какой-то, ну, карамельный, сладенький, да. Ну, для меня в нем есть что-то такое реально грязное. Как будто там мускус вылезает. Мой рыбы. Вот. Вот. Для меня Sunshine и Artisan, короче. Вот, ну, так, это на вкус и цвет, как говорится. Да. Ну все, еще раз спасибо за такой приятный опыт. Спасибо. Алине за посылку. Обязательно добавлю сейчас фото. Интересные ароматы. Да, добавлю фото со всей посылочкой. Шоколадки я уже почти съела. А вот так. Вот. А шоколадки были веганские, между прочим, черные. Ага. Да. Вот, спасибо еще раз огромное. Все, ребят, тогда на сегодня такое коротенькое видео получилось. Вам всем приятных спортивных покупок. Пока-пока. Пока-пока-пока.